Это чувствуется, когда большой. Я горловой делаю. Горловой даже? Что ты делаешь, если хочется секса сильно? Блин. Всем привет, с вами канал Red Blue. Ребят, и кто не знал, мы живем в Украине. Я сейчас на данный момент нахожусь в Киеве. Димон отъехал в другой город на некоторое время. Россия все так же продолжает бомбить Украину, Киев. Все так же слышно взрывы за окном, постоянно взрываются. Постоянно приходится бегать в бомбоубежище. Кстати, посмотрите, как русские войска освобождают жилые дома. Такого единения у нас давно не было. В общем, надеемся, все это закончится в ближайшее время. А этот секс-опрос, который вы сейчас посмотрите, мы сняли за день до войны. Он получился очень крутой, очень интересный. Поможет вам, я надеюсь, отвлечься от всего происходящего. Не забывайте поставить нам лайк, подписаться на наш канал. Приятного просмотра, поехали. Как тебя зовут? Вика. Как лучше, с презервативом или без? Без. Почему? Ну, потому что приятный. Как ты себя оцениваешь в сексе? 10 из 10. Что выбираешь, количество или качество? Качество. Какой размер маленький? Ой, боже, у меня есть одна ужасная история. Ну, маленький — это прям маленький. Меньше 10. Расскажи свою ужасную историю. Ну, расскажи. Ну, это будет очень жестко. Это был мальчик афроамериканец, и у него во время эрекции, ну, меньше 10 было. Я обалдела. Ничего не было. Ничего не было? Ничего не было. Ну, вообще ничего. Как? То есть вы начали заниматься? Да, или мы не начали, я просто увидела, и мне пора домой. А расчет был, да, афроамериканец? Ну, типа, да, но он мне очень нравился. Маленький сказала, а большой какой? Больше 20. На живот или в рот? И туда, и туда. В каком необычном месте у тебя был секс? СТО. СТО? Анальный секс приветствуется? Да, почему нет? Пару слов нашим подписчикам. Подписчики. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайк и занимайтесь сексом. Как тебя зовут? Лера. Как ты оцениваешь себя в сексе? Охуенно. Да, прям профессионал. Ну, прям без этого. И меня там умеешь, и все, да? Охуенно делала меня, да. Охуенно? А часто делаешь? Ну, своему парню, да. Ага, а ты когда делаешь, ты руками помогаешь как-то или так? Я горловой делаю. Горловой даже? Количество или качество секса? Что выберешь? Качество. В каком необычном месте ты сексом занималась? За Олимпийским. Там есть так, парковка, и выше идут трибуны. Вот там выше подняться, там кусты. Да? Да. В кустах? Да, в кустах за Олимпийским. А вы лежа или стоя? Стоя. Стоя. А у тебя есть игрушки из секс-шопа? Да. Какие? Вибратор. Один вибратор? Да. А ты им во время секса тоже вибрируешь? Нет, у меня парень есть. Только когда сама, да? Он помогает, да, и я справляюсь. Значит, самая интересная история во время секса? Это было свидание с парнем из Тиндера очень давно. А, нет, блядь, это недавно было с парнем, с которым я вот сейчас встречаюсь. Девушка его пришла, я ей дверь открыла, знала, как она выглядела, я дверь открывала. Я когда уже открывала, понимала, что это она, но было уже поздно. И что ты делала? Ну, блядь, просто села и смотрела. И отказывалась называть свое имя. Она не ругалась на тебя? На меня нет, но она в целом там с ума сходила. А ты знала, что у парня есть девушка? И пошла к нему домой? Ну, мы были достаточно долго знакомы, и уже были чувства, да. Пару слов нашим подписчикам. Не стесняйтесь секса, говорите о нем, говорите со своим партнером. Трахайтесь на здоровье. Надеюсь, меня зацензурят. Все, спасибо. Как зовут? Аня. Как считаешь, какой секс лучше, с презервативом или без? С. А по ощущениям? С. Как ты себя оцениваешь в сексе? 8-9. Что выбираешь, количество или качество? Качество. Какой размер маленький? Наверное... Можешь показать вот так? Маленький такой. А большой? А большой? Ну, если сильно большой. Вот сильно большой. Ну, такой, наверное. Воу. А тебе какой нравится? Средний. Ну, покажи. Ну, не знаю, вот такой. Хорошо. В каком необычном месте ты занималась сексом? На кухне, в ванной. На живот или в рот? В рот. Анальный секс приветствуется? Да. Пару слов нашим подписчикам. Живите, любите друг друга и будьте счастливы. Класс, спасибо большое за ответы. Спасибо. Что ты делаешь, если хочется секса сильно? Ну, наверное, как и все. Идешь знакомиться или как? Нет, я не буду. Мастурбируешь? Да. Да, а часто? Да. Да? Каждый день? Нет. Особенно через день? Нет. А сколько? Я же говорю, когда овуляция. А, количество или качество секса, что выберешь? Качество. Качество. А у тебя часто секс? Нет. Нет. Как ты оцениваешь себя в сексе? По 10-бально. Твердая восьмерка. Твердая. Следующий вопрос. Какой размер маленький? В сантиметрах? Ну, до 10. До 10? Да. А большой? Больше 15. Больше 15? Да. А у тебя в сексе какой был самый максимальный? Я не измеряла, я не знаю. Ну, такой чувствовался, нормально? Ну, да. 20 где-то? 1. В каком необычном месте секс был? Ой, где только не был. На острове. В раздевалке был? Нет, в туалете был. В туалете. Хорошо. Значит, какая самая интересная история у тебя была в сексе? Самая интересная? Ну, когда я приехала, типа, к бывшему, по своей инициативе. Вот это, наверное, самое такое было. Ты к бывшему ездила? Да. Секса хотелось очень. А перед этим, короче, была на свидании. А я не хотела давать тому пацану, и поэтому такая... А ты на первом свидании не даешь? Нет. Хорошо, пару слов подписчикам. Имейте голову, пожалуйста, на шее. И думайте своими мозгами, что вы делаете. Все, спасибо. Как зовут? Кристина. Сколько лет? 20. Какой секс лучше, с резинкой или без? Без. Как ты себя оцениваешь в сексе? 8. Что выбираешь, количество или качество? Качество. Какой размер маленький? О боже, я не знаю. Ну просто для тебя. А теперь какой большой? О. В каком необычном месте ты занималась сексом? В подъезде. А в каком хотела бы? Примерочный. На живот или в рот? И туда, и туда. Пару слов нашим подписчикам. Хорошего секса. Как зовут вас? Вероника. Вероника, как считаешь, нужно одевать красивое белье к парню на первое свидание? Всегда нужно носить красивое белье. Почему всегда? К парню. Ты всегда носишь красивое именно? Конечно. Да? Конечно. А зачем? Я обожаю белье, потому что мне нравится. Именно сексуально? Любое белье сексуальное. Любое белье. Как ты думаешь, какой размер маленький в сантиметрах? Ну, я не знаю, ну, сантиметров 5. Откуда? 5 сантиметров. Что ты делаешь, если хочется секса? Звоню своему парню. Он приезжает уже? Ну, конечно. А если парня, например, нету? У меня всегда есть чем заменить секс. Вибратор какой-то есть? Конечно. Да? Конечно. А какие есть игрушки у тебя еще? Ну, там веревочки всякие. Веревочки? А наручники? Наручников нет, хочу, но нет. Количество или качество секса, что выберешь? Конечно, качество. Качество? Конечно. Почему? Ну, а смысл в некачественном сексе? А какая была самая интересная история во время секса или смешная? Блин, была очень смешная. Я купила презервативы, и они оказались маленькие. Это было супер неловко, и это было вообще... Ну, то есть я так говорю, сейчас оно-то звучит вообще не смешно, но в моменте было максимально смешно. Парень, то есть... Нет, это был мой бывший, но это было правда, это было очень смешно. Пару слов нашим подписчикам. Спасибо. Спасибо. Как зовут тебя? Диана. Диана, как думаешь, как лучше, с презервативом или без? Смотря что. Секс. А, ну, конечно, с... А миньет? Ого. Меня опять по телевизору показывают? Нет, это на YouTube. Нет, наверное, без, но насчет безопасности это же такое дело, не знаю. Что выбираешь, количество или качество? Я думаю, качество. Лучше все-таки качество? Да, конечно. Какой размер маленький? Блин, не знаю, давайте отвечу как Ивлеева, там меньше 15. Давай как сама. Да я не знаю, я же не меряю. Ну ладно, а какой большой? Ой, ну, это чувствуется, когда большой. Это по ощущениям. Не по сантиметрам, по ощущениям. Да, по сантиметрам не могу сказать, конечно. Хорошо, в каком необычном месте у тебя был секс? На крыше. На крыше? Да. А какой этаж? Это загородный дом был. А, просто загородный дом на крыше. Как ощущения? Я не помню. Ну, вроде прикольно было. Ты сейчас в отношениях? Нет. Как решаешь данную ситуацию? Да никак. Пальчики заменяют мальчиков. Блин. Ладно, пару слов нашим подписчикам. Всего вам хорошего. Хорошего вам секса. И чтобы вот так вот вам не задавали вопросы. Вот так врасплох на улице. Потому что я в шоке. Как зовут? Саша. Саша, как считаешь, нужно одевать красивое белье на первое свидание? Надо носить его всегда. Всегда. Всегда, каждый день для себя любимый. А вдруг тебя машина собьет, тебя в больницу отправят, а ты, блин, там в тряпках. А ты с рваными трусами какими-то, я не знаю, ну это не дело. Что ты делаешь, если хочется секса? Кушаю. Кушаешь? Ну да. И сразу хотелочка секса проходит? Да. Да? Да. Интересный лайфхак. Количество или качество секса, что выберешь? Качество. Качество? Да. Ты любишь много сексом заниматься? Это очень сложно ответить, когда мой парень находится в Штатах, и я одна тут в Киеве. И ты терпишь, да? Да, это его сестра. А ты сколько терпишь уже? 4 месяца почти. И ни разу... Два. А что ты делаешь? Прошло. Что, кушаю? Порно смотришь? Нет, мне это неинтересно. Кушаю, работаю, гуляю, в зал хожу. Очень не изменяешь ничего, правильно? Нет. Хорошо. Времени нет. Времени. Шучу. Самая интересная история во время секса. Я могу рассказать историю моей бабушки. Она следователь, 45 лет стажа, подполковник. И она приезжала на вызов, когда парень... Он, получается, случайно как-то так сделал, что девушка свернула шею, и она умерла, и он выпал в окно, чтобы тоже умереть. Он ей свернул шею во время секса случайно, и получается так, что он чувствовал большую вину. Парень? Да, он чувствовал вину, и он выбросился в окно. И было сразу 2 случая. Вот, жесть! Приезжала, да. Пару слов для подписчиков тогда. Весна пришла, скоро весна, скоро любовь. Побольше кушать будешь, да? Да, ну вот решим кушать, мы хотим хинкали делать. Все, давай там. Давай. Стой.